Привет автолюбителям, пользователям автомобильного портала Drum.ru, ну и все те, кому интересна Япония. Сезон дождей у нас продолжается, но это нам не мешает снимать видео. Сегодня вместе с вами мы проедемся по пути от Токио до города Йокогама. В основном я буду вам показывать дорогу, посмотрим, как жители Японии вообще добираются в будни от одного города до другого, какие дороги на пути, какие особенности, как работают скоростные дороги, ну и посмотрим, как вообще автомобилисты ведут себя на обычных и на скоростных дорогах. Попробуем сегодня не нарушать, как обычно я делаю. Ну, может, что интересного по дороге увидим. Поехали! Сейчас мы находимся в Токио, в районе Отаку. Находимся на маленькой односторонней улице. Как видите, асфальт японцы любят выделять красным. Стоит знак «Остановка». На асфальте тоже большими иероглифами было написано. Нужно остановиться и поехать. Справа, кстати, сидит бабушка в желтом. Это бабушка-волонтер. Она следит за школьниками, которые возвращаются и идут в школу, чтобы они аккуратно переходили дорогу, так как здесь нет светофора. Ну и так как она волонтер, конечно, ей не платят, она просто помогает. Сейчас мы выйдем на главную дорогу и через пару минут заедем на платную скоростную дорогу. Как это обычная общественная дорога под номером 15, которая связывает город Токио, Кавасаки и Йокогама. Сейчас у нас понедельник, рабочий день, много машин, грузовиков, поэтому, может быть, местами будут небольшие заторы, но посмотрим, как у нас вообще в будни дороги движутся. Дорога между Токио и Йокогама очень загружена, здесь идет очень большой поток. Из Токио, Йокогама, дальше Нагоя и Осака-Кобе. То есть связывается 3-4 крупных, одних из самых крупных городов в Японии. Сейчас вот справа есть заезд на скоростную дорогу, но чтобы через этот заезд заехать, это нужно разворачиваться. Здесь на ближайших поворотах разворачиваться нельзя, а полицейских по будням достаточно. В принципе, в этом районе их много, поэтому нарушать, рисковать не будем. Проедем чуть дальше и заедем с другого заезда. Оранжевые полосы – это полосы, которые нельзя пересекать. За пересечение оранжевой полосы сплошной штраф 7000 йен. Ну и снимают два поинта с водительских прав, на которых всего лишь 6 поинтов. Поэтому три раза пересек, и тебе нужно идти пересдавать на водительские права заново. Ну, там небольшой тест, целый день сидишь, слушаешь лекции, и во второй половине дня небольшое вождение по городу с инструктором, с инспектором ГАИ, который смотрит, как ты управляешь. Есть второй вариант с инструктором. Это дорогой вариант, там нужно заплатить $70, чтобы с инструктором поездить, и после того, как ты поехал, тебе заново возвращают права. Дешевый вариант – это около $30, то есть в два раза дешевле, но в этом случае ты идешь с инспекторами ГАИ на ближайший там крупный перекресток, где они раздают буклеты, где написано, что как бы будьте аккуратны, главная безопасность на дорогах. И вот 2-3 часа такого, грубо говоря, позора на одном из крупных перекресток, и тоже получите права. Это часть вот такого урока водителям, которые набрали 6 поинтов и которым нужно пройти лекцию, чтобы получить заново права. Так, мы сейчас проедем сквозь дворы, чтобы быстрее заехать, не стоять на светофорах. В Токио вот таких вот улочек очень много, они односторонние, и бывает, что вот такие вот узкие улочки двухсторонние, поэтому там иногда очень тяжело расходиться с автомобилями, ну и, конечно, много знаков стоп, много дедушек, пожилых японцев на велосипедах. Кстати, сейчас в Японии знаки, особенно знак стоп, красный треугольник вверх ногами, на котором на японском написано стоп, это проблема, так как много иностранных водителей, которые берут, к примеру, машину в аренду, туристы, и они не могут, этот знак только в Японии, и они его не могут читать, поэтому бывает очень много инцидентов, то, что иностранные водители не останавливаются на этот знак. И сейчас в местах, где много туристов иностранцев водят, в таких маленьких городках туристических,
там устанавливают новые знаки, уже дублируются с английской надписью «Стоп». Кстати, с российскими правами в качестве туриста управлять на территории Японии нельзя. Ну и машину вам в аренду практически вряд ли кто-нибудь даст. Может быть, где-нибудь в деревне, но это, скорее всего, от незнания, но тогда вы будете считаться, что вы водите автомобиль без прав, и штраф за это $5000. Так, сейчас мы проезжаем над скоростной дорогой, развернемся и заедем уже на скоростную платную дорогу, чтобы доехать до города Йокогама. В Японии очень много платных скоростных дорог. Есть всегда альтернатива — бесплатные общественные дороги. Но по умолчанию, несмотря на то, что это, в принципе, платно и недешево, все пользуются платными скоростными дорогами, потому что время самое дорогое. Лучше заплатить деньги и куда-то быстро добраться, чем ездить по обычной дороге, несмотря на то, что там, в принципе, пробок не бывает. Но постоянные светофоры в 2-3 раза удлиняют путь до точки назначения. Поэтому японцы не экономят. Сейчас мы заезжаем вот на скоростную дорогу справа. Я пользуюсь системой ETC. Всегда есть двое ворот. Одни сейчас слева — это обычные, где платится наличкой. И вот эти синим выделены — это уже при помощи автоматической оплаты. Автоматически фиксируется, где вы заехали, и когда съезжаешь, деньги снимаются с вашей кредитной карточки. Кстати, если платишь наличкой, то получается дороже. Когда платишь электронным, есть всегда на определенных участках есть скидки. Также в ночное время и на выходных тоже есть скидки. Когда вы платите автоматом ETC, вы платите от точки А до точки Б. Но когда вы платите наличкой, особенно в Токио, к примеру, вы всегда платите за максимально длинное расстояние, то есть максимум, когда вы проезжаете от одной части Токио до другой. Так как на съездах нету вот таких ворот, где вы можете оплатить именно за то расстояние, которое вы проехали. Поэтому, конечно, если ездить на автомобиле в Японии, то сразу все устанавливают систему ETC. Это очень большая экономия и удобно, не нужно останавливаться, искать наличку, брать деньги и все остальное. Сейчас мы проезжаем мимо международного аэропорта одного из, называется Ханеда. Ограничения на скоростной дороге варьируются. Так как мы едем в черте города, скорость здесь ограничение 60 км в час. Но можно спокойно превышать, разгоняться до 80, то есть плюс 20 км в час вас никто не оштрафует. Ну, не 20 км, а 19. Как только вы превысите 20 и более, то, конечно, вас могут оштрафовать патрульные автомобили. Время от времени на некоторых участках дорог курсируют полицейские на таких гражданских автомобилях. Обычно это Nissan Skyline, Toyota, Crown или Corolla. Еще бывают некоторые модели. Но обычно они серые или черные. В принципе, они узнаваемые. И полицейские в этих автомобилях сидят в таких в их форме, бело-синие, и в касках, в шлемах, потому что как бы в целях безопасности, так как они иногда, им приходится догонять автомобили, чтобы остановить, они обязаны сидеть в касках. Поэтому если, обгоняя автомобили, ты всегда проверяешь, сидят ли люди в касках или нет, то попасться на то, чтобы тебя оштрафовала полиция, очень тяжело. Это нужно просто сидеть, не знаю, и смотреть только вперед, не обращая на проезжающие автомобили, чтобы не заметить их. Чем больше вы превысили, тем больше штраф. Минимальный штраф $150, если вы превысили на 20-25 км в час. Многие, кстати, говорят, почему скоростные дороги, если можно ехать всего лишь 60 км в час. Ну, здесь нету светофоров, во-первых. Ну и так как это черта города, все же дорога, некоторые участки дороги проходят прям очень близко к домам, то здесь действует такое же ограничение, как на обычных дорогах
в городе. На некоторых участках есть камеры, которые фиксируют скорость. Они штрафуют только если вы превысили на 30-35 и более километров. То есть, к примеру, если на этом участке дороги ограничение 60 км в час, то можно спокойно ехать плюс 30, 90, и вас камера не оштрафует. Сейчас мы проезжаем дополнительно еще одни ворота. На каких-то участках дорог есть регистрация, что вы проехали. К примеру, вы выезжаете из Токио. Сейчас эти стоят ворота на выезде из Токио. Они просто фиксируют ваши автоматы ETC. Потом, когда вы будете съезжать, этот аппарат уже будет считать с учетом того, что вы проехали через Токио и дальше едете в город Йокогама. Выехали практически из города Токио. Дальше идет город Кавасаки. Но скорость ограничения также 60. Я сейчас еду 80 в пределах нормы. Но мне надо будет перестроиться, так как большинство сейчас будут ехать намного больше. Так, чтобы не нарушать, поставим круиз-контроль на 75. Сейчас вы заметите, так как ограничение 60 и максимум разрешено получается до 80, по правой полосе будут ехать народ и превышая эту скорость. Но это будет длиться недолго, буквально через 5 километров будет стоять две камеры, которые фиксируют скорость. Ну и перед ней обычно народ чуть-чуть притормаживает, ездит 80-85 км в час. Так как перед камерой всегда стоят три знака, они три раза повторяются, синие знаки, которые крупно белыми буквами на синем написано, что впереди камера регистрации скорости, будьте аккуратны. Кстати, как видите, на дорогах нету никаких особо никакой рекламы. В Японии в городе никогда не ставится над дорогами реклама. Это запрещено. Реклама всегда висит или стоит на соседних зданиях, которые видны с дороги. Вот, к примеру, там справа вон Сагава, это компания доставки, экспресс-доставка почты. Над дорогами висят только указывающие знаки, ничего лишнего. Ну и сейчас вот слева была синяя табличка предупреждающая, до этого была справа. Вот еще одна сейчас будет слева табличка предупреждающая о камере. И буквально через 100 метров будет сама камера с правой стороны, которая, как я уже говорил, регистрирует превышение скорости, если только вы превысили на 35 и более километров. Ну и дальше уже до города Йокогамы камер никаких не будет, поэтому народ сейчас по правой полосе будет разгоняться и, конечно, ехать больше. Вот сейчас слева стоят таблички, что предупреждающие, что на этом участке могут еще ездить на гражданских автомобилях полицейские. Типа будьте аккуратны, что если вы превысите, вас оштрафуют. Сама скоростная дорога это находится над обычной трехполосной. То есть снизу под этой дорогой находится трехполосная в одну сторону, трехполосная в другую сторону. Обычная дорога, тоже связывающая Токио и Йокогама. К примеру, если хотите сэкономить, то снизу есть обычная дорога, по которой вы можете ехать, передвигаться. И как я вижу сверху, она в принципе тоже не загружена, свободная. Эта скоростная дорога находится на высоте, где-то сейчас у меня навигатор показывает, где-то 12-13 метров над землей. Очень много надписей на самих дорогах, сверху указатели, где съезды. Справа, к примеру, один из съездов. Это, конечно же, не единственная дорога, связывающая скоростная, платная, которая идет от Токио до Йокогамы. Параллельно, буквально где-то километрах 10, наверное, вдоль берега, вот сейчас слева знак есть Бэйшоу Роуд, там идет более большая, если здесь двухполосная, там идет трехполосная скоростная дорога, которая тоже связывает Токио и Йокогама. Большая часть грузового транспорта идет по той дороге, ну и часть по этой. Чуть дальше переедем как раз на тот участок дороги, я вам покажу, как
она выглядит. Вот сейчас идет большая развязка, часть ее была старая, еще выше над ней настроили новую часть дороги, которая уходит вглубь Якогамы, но мы сейчас поедем налево в портовую часть. Как видите, она высокая, мы сейчас находимся 10 метров над уровнем над землей. Вот влево идет самый верхний участок, это вправо уходит вглубь города Йокогамы и под землю. Мы же идем чуть этажом ниже, камера чуть трясется, то что есть секции. И мы уходим влево на другую часть дороги и уже, да, повыше. Здесь, кстати, дорога идет двухэтажная, сейчас мы идем в сторону порта. Это такой первый этаж, можно так сказать. А дороги, которые идут оттуда сюда, в обратную сторону, они как раз находятся над нами. Здесь ограничение 60 км в час. Но нам нельзя превышать, будем ехать 80 км в час. Но обычно по этому участку дороги все ездят, наверное, где-то 90. Кто-то и до 100, наверное, разгоняется и ездит. Справа от меня мы будем проезжать один из крупных аукционов. Называется аукцион USS Yokohama. Кто занимался автомобилями, знаком. Вон там справа, кстати, вот где винтовая парковка большая, там рядом цветная парковка. Это аукцион USS Yokohama. Он вроде торгуется завтра. Сегодня у них, можно так сказать, выходной. Если вам интересно посмотреть аукцион, то пишите в комментариях. Если много желающих, то обязательно сходим и посмотрим, как устроен аукцион. Ну, вот сейчас мы заходим в такую... Это уже искусственные все территории, все насыпное, все дороги, все это искусственное. Слева порт, стоят корабли, которые увозят автомобили не только в Россию, но и в другие страны. И здесь очень большая развязка. Также есть парковка, если нужно отдохнуть, купить что-то, туалет или покурить. Вот сейчас будет развязка таким кольцом большим. Ну и посередине стоит парковка и стоянка. Сейчас, может, немного, если мы будем поворачиваться, будет видно, что к чему. Так, нам нужно Йокогама. Нам нужно держать дорогу, не сворачивать. Так, вправо уходит дорога, это назад в Токио. А влево мы все кружимся и поднимаемся вверх, чтобы доехать в Йокогаму. Вот сейчас дорога находится на уровне 35 метров над землей. Но мы поднимаемся все выше, так как сейчас мы будем пересекать один из мостов, который называется Bay Bridge. И он, конечно, находится на высоте уже, так, навигатор мне показывает, высота 60 метров над уровнем моря. Ну и поднимаемся все выше, уже 70 метров. Здесь уже на этой скоростной дороге, так как здесь три полосы, и она больше, здесь ограничение 80 км в час. Поэтому мы можем спокойно ехать 100 км в час и не бояться, что нас оштрафуют полицейские. Но так как еду по самой крайней полосе, где обычно едут патрульные, то нас точно не оштрафуют, если мы не будем обгонять. Так, ну вот мы почти приехали в город Йокогама. Сейчас нам надо будет съехать с этой дороги, поэтому, так как она уходит дальше, в сторону Нагоя, съезжаем, и здесь уже ограничение 50 км в час. Ну и много всяких знаков. Сверху написано, что сбросьте скорость, не превышайте. То же самое на асфальте. И вот на асфальте такие красные полосы, которые немного выше, чем сам асфальт. И получается, если вы быстро едете, то машину начинает сильно трясти. Ну это так, индикатор того, что сбросьте скорость, иначе вам будет очень некомфортно ехать. Машина будет трясти. Слева вот есть съезд уже с другой дороги, он намного выше и соединяется с этой дорогой. В принципе, почти проехали весь путь от Токио до Йокогамы по двум скоростным дорогам. Особо никаких заторов нету, как видите, передвижение обычно свободное. Конечно же, есть в Токио пару участков дорог,
где, к примеру, соединяются 2-3 скоростные дороги, более такая сложная развязка, там, конечно, обычно в час пик бывают заторы, но таких серьезных пробок, где нужно было стоять, не знаю, там час-полтора часа, в Токио я никогда не встречал. Обычно этот затор там минут 15-20 ты проезжаешь вот эти развязки, соединения, и дальше дороги нормально. Постоянно в Токио дороги строятся, достраиваются, что-то меняется. Если в каком-то участке возникают постоянно заторы, то достраиваются дороги, что-то меняется, чтобы улучшить движение. Сейчас мы съехали на другой участок дороги. Как видите, развязок очень много. Первое время, когда ты едешь без навигатора, очень сложно, несмотря на то, что навигатор говорит съехать. Во-первых, нужно к именам, к названиям привыкнуть. Ну и во-вторых, съезды, все это очень может быть так плотно друг к другу. Например, один съезд, и сразу за ним через 100 метров еще один. И если ты не читаешь иероглифы, хотя части дублируются на английском, можно съехать не с того съезда, перепутать, и нужно будет, конечно, заезжать, разъезжаться. То есть это первое время, конечно, первые полгода у меня было то, что я поворачивал, съезжал не там, нужно было разворачиваться. Это было немного сложно. Несмотря на то, что страна маленькая, дорог намного больше, чем в России. Вот сейчас мы проехали часть дороги под землей, опять выезжаем. И переходит дорога над землей. Мы уже в городе Йокогама. Конечно же, везде вокруг стройки постоянные. Все строится, перестраивается. Строительство в Японии никогда не останавливается. Особенности в крупных городах. Кстати, вот сейчас слева была желтая машина. Это патрульная машина компании, которая следит за скоростной дорогой, так как скоростная дорога принадлежит частным компаниям. И вот они в основном, конечно, ездят вот такие желтые машины. В основном у них автомобили — это Prado, Toyota Prado 200, патрулируют дороги, смотрят, если какой-то мусор, то собирают. Если случается авария, то они тоже приезжают, помогают полиции следить за движением, чтобы другие автомобили проезжали и не создавали проблемы движению. Ну вот мы доехали до точки назначения. Сейчас мы уже съехали с одного, с третьего, с четвертого хайвея, переехали уже на пятый. И здесь нам нужно съезжать. Сейчас посмотрим, сколько нам будет стоить наша дорога. По километражу от Токио до Йокогамы мы проехали где-то 60, наверное, 70 километров. Вот у нас съезд. Как я уже говорил, ворот нету. Если вы платите наличкой, вы заплатили максимум расстояние. Но так как я пользуюсь системой ATC, я заплачу именно за этот участок. Сейчас мне аппарат скажет, сколько нужно платить. От Токио до Йокогамы, как я уже говорил, километров 60-70, я заплатил 820 йен. Чуть меньше 8 долларов. И вот мы снова на обычной дороге. Если бы я ехал обычной дорогой, конечно, я бы сэкономил, не заплатил эти 8 долларов. Но по времени сейчас я доехал где-то за минут 25. Но если бы ехал по обычной дороге, то по времени, наверное, мне бы пришлось ехать минут 50-60. Да, как видите, сезон дождей у нас продолжается. Сегодня утром шел дождь, буквально полтора часа назад он остановился. В Японии дождь – это хорошая возможность помыть автомобиль. Как видите, все машины и грузовые, все блестят, чистые. Несмотря на то, что идет дождь, асфальт тоже чистый. Вот слева грузовичок стоит, чистенький. Ну вот мы уже едем по обычной, маленькой такой стандартной японской дороге. Она двухсторонняя, как видите. Сейчас мы поднимемся, нам надо будет подняться еще выше в горку. Часть дорог, конечно, разметка немного стирается, но такие дороги очень редко ремонтируют. В принципе, ремонт им ремонтируют, наверное, раз в... не знаю, 5-6 лет. Так, нужно пропустить пешехода. Нет, пешеход нас пропускает.
оранжевую полосу пересекать нельзя, но если дорога узкая, то, как говорится, можно. Тем более, если по краям ходят пешеходы, то лучше их объезжать на расстоянии 1-1.5 метра. Велосипедистов, кстати, по закону нужно объезжать на расстоянии 1 или 1.5 метра. Поэтому, если на такой дорогой, узкой дороге ездит велосипедист, и есть встречное движение, то приходится очень медленно ехать за велосипедистом, дождаться момента, когда его можно обогнать. Сигналить нельзя, это некрасиво, во-первых. Во-вторых, можно напугать человека, и он упадет. Поэтому в Японии сигналят очень редко. Вот мы сегодня с вами проехались от Токио до Йокогамы по обычным и скоростным дорогам. Надеюсь, мне удалось показать вам, как устроена вообще система дорожная. И даже в будни, в час пик, в принципе, сейчас у нас 10 часов утра, дороги свободны даже на таких крупных участках, на крупных дорогах, которые связывают крупные города. Можно спокойно добраться от одного до другого города очень быстро. Да, это платно, но чтобы сэкономить время, стоит этих денег. Ну а на сегодня все. Пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть. Ну, увидимся с вами в следующем видео. Всем пока!